Если у вас депрессия, если вы заебались по жизни, встаньте в ванную, наденьте на голову колготки, привяжите концы колготок к веревкам для сушки белья, медленно передвигайтесь. Готово! Вы теперь троллейбус. Друзья, ну это новенький сборник моментов из разных игр, которые по различным причинам не вошли в основной видос. И перед тем, как начать, хочу сообщить радостную новость, что с завтрашнего дня, в течение всей недели, у нас будет целая неделя стримов по разным играм из этого видосика и не из этого видосика, и новым играм, которые мы вообще у нас не было раньше на канале. Поэтому с завтрашнего дня в 19:00 по московскому времени стрим каждый день в течение недели. Ну а теперь к ролику. Мне нравится, вот как в одном кадре вот так вот выглядит этот самый голубенький и серенький. Это ты что сделал, блядь? Я управляю сам. Просто такой полетел. Ну так вот, продал этот состав и нас. Алло, а что это было? У меня зажалась клавиша. Не, я не нажимал клавишу B. Мне будто кондуктор позвонил. Проводник, прошу прощения, зато это пассажир не слышал объявление о том, что поезд след... по расписанию экспресса. Я установил стоп-кран, поэтому можно продолжить движение. Что это сейчас было? В смысле, стоп-кран у меня не сорвало, а, но зато у меня это был звонок. Как этот, как его? Сигнал, вот этот. Джесси испугался. Алло, Колян, ответь, заходи. Я ни в чем не откажу. В смысле, у нас вентилятор включен? Вентилятор кабины. Кондиционер. Вентилятор, отключись. Че ж тут холодно? Ну? Жесть. Жесть, я испугался. Ух, пассажир. Открывай, подарки от Эльдорадо. Да блин, серьезно, такой сидишь? Тебе тут... И тут Колян с топором. Олега, обернись. А! И он раньше типа щелкал громко, типа пчик-пчик-пчик, там вот это когда все переключалось. А теперь стоит новый, который не щелкает. Я ожидал то, что он будет щелкать, и мы сейчас на две двери проедем где-то на вагон. А платформа ремонтирует, надо подальше проехать было. Валер, зайди в ВК. Я зашел в ВК и... А, я увидел. Так, прослушаем сообщение. Осяк! Почему я раньше... Ампер был не себе, да? Почему я раньше не пил вино во время покатушек? Вообще, в любых играх. Почему я когда на мультиплеерах в РТС сидел, я вино не попивал? Это вообще охуенно было бы. Ну ты пока можешь потихоньку уже схему собирать, я сейчас быстро пролезу. А то я ж тебя, короче, я это... Ты когда пролетал, я сыканул и за капот спрятался, чтобы ты меня не сдул потоком воздуха. Ты там пролетал мимо нас. А сейчас как раз на отправление тебя красиво. Да-да-да, я все, я снимаю. Я снимаю нахуй. Так. Как раз, короче, я кадр выставил, пока быстренько бутылочку из холодильника возьму. Ну охуеть, он пришел меня снимать и ушел. Куда я ушел? Человек, у меня холодильник в одном шаге от компьютера. Я никуда не ушел, я уже сел обратно. У меня тоже, вон я его пропаливаю, тут в проход сижу. Знаешь, прелесть маленькой квартиры в том, что у меня кухня, холодильник и сортир все в одном шаге от компа.
Ну все, бутылочка македонского вина пустая. Я сейчас свои поражения затягиваю, говорят, на женский слам и ушел сейчас. И все, с Ленкой я на сегодня попрощаюсь. А мне еще ехать и ехать. Икарус 250. А нет, это 256. Конечно, для красивого кадра надо было бы мне отключить отображение светофоров, но мне лень. Мне лень одно сочетание клавиш нажать, потому что мне надо будет нажимать его еще раз, потому что без отображения светофоров я не могу нормально ездить, я не чувствую себя, как будто я играю. Так что мне похуй, что у меня поверх Даниного состава маячит буква Ч1. Кадр все равно красивый. Короче, поэтому... сначала берешь 7 вагонов. Там влезает 7 вагонов на разъезде. На разъезде? Блять! Какого хуя? Чё? Паровоз музейный катится. Куда, блять? Какой из? Колян, давай меньше мата. Да... Коран, у тебя тендер стоит. А. Это, кстати, это, рассекрон. Это ложная тревога была, он у меня на место встал. Это, смотри, агент, мы с Валерой в депо пока что, если что, со стрелками сами разберемся, можешь пока чисто с Валерой на дрова грузить. Я вроде там пытался вам что-то настроить. Не, ну я тут просто сейчас пока кабус, пока это самое... Валер, ты только это, будешь когда подъезжать к депо, ты это самое аккуратно, потому что я в твоей же горловине, смотри, в меня не влети. A few moments later. Блять, я ж тебе сказал! Я же тебе сказал! Я же тебя предупредил! Старый таракан! Я забыл, то, что тут настойку пошел. Я же тебе сказал, старый ты таракан! Ладно, ставь, короче, это. Давай тогда ререйлом, короче, Эмеральд вперед, к нему сзади цепляем Гарфилда и в самый хвост кабуз. У меня вот тут другой вопрос. А это колеса от чего и что с ними происходит? Это твой троллейбус. Неплохо. А что с моим троллейбусом случилось, что от него остались одни танцующие колеса? Потому что залети под карту и посмотри под пол, если успеешь видеть. Я понял. Подожди, понятно. А попробуй сюда вот к колеса подъехать, что с тобой? А, тебе похуй. А, не, не похуй. Ебать, хорошо, хорошо, хорошо. А хочешь, сейчас станет еще лучше? А, блядь. Не захотел. Я знаю, что хочу тебе... Я знаю, что еще хочу тебе показать. Сейчас тебе другой фокус покажу. Подожди. А интересно, я через С могу что-нибудь с троллейбусом? Не, ничего не могу сделать. Вот так, делаем сейчас, смотри. Это будет фокус. Ты ему хочешь максимальный газ дать, а потом отпустить? Нет, это слишком скучно. Ты сейчас поймешь, что я хочу показать. Послушай на эти звуки. Зада. Звуки. И что? Один, залети в кабину и смотри на спидометр на приборке. А-а-а. Подожди, мне бы еще так подлезть. Шифтом. Шифтом медленно двигаешься. Точнее, не шифтом, а с приседанием, короче. Я уже вижу прикол. Не, подожди, стой, я хочу сделать экшон. Поэтому я сейчас сначала досмотрю, насколько далеко ты можешь еще ее продвинуть, а потом я хочу сделать экшон. Походу, все. Да нет, она двигается еще. И чуть медленно.
Да нет, я думаю, что она полный оборот сделает. А вот я хочу даже на это посмотреть как раз. Походу полный оборот не сделает. На гармошке может. Тогда давай это самое, тогда давай я сейчас экшон сделаю. Поехали. Хуя себе, у тебя даже штанги не слетели. А, нет, слетели. Чё-то не захотел врубаться. Хуя себе звук стиральной машины. Так а чё, у тебя спидометр полный круг сделал, не? Ты колеса выверни, а не у тебя это самое, поставь их в ноль. Почти до нуля, кстати, дошло. Сейчас походу будет. В смысле, стрелка на спидометре? Подожди, да. Да. О, хуя себе. Не, чё-то мне кажется, нихуя, до нуля все-таки походу не дойдет. Там походу доходит только тисушка-гармошка. Я помню, что гармошка точно до нуля доходит. Так, ну чё, давай запускаю. Давай. Ебать! Блять. Не, я на самом деле реально, я... Ты из него вылез, он куда-то в сторону улетел зато. Не, я на самом деле реально ждал, что будет что-то в стиле того видосика из по жиже-симулятору. Блин, ну смотрите, вся забитая пришла. Идем котиков искать. Вот завод. А, нельзя выйти. Котик! Только у него... Да, текстура, но... Он, кажется, видел какой-то... Синди! Какая милашка, а? Мяу. Так, не вырезайте это, пожалуйста. Ну, типа, бодички. Отсылка на Еву. А, кис-кис. Я котик. Ой. Так, все. Кошка не коллекционная, кстати, да. Они просто как объект. Вот почему нельзя подойти и нажмите Б, чтобы, не знаю, мяукнуть, погладить. Тебе не холодно сейчас сидеть? Говорят, кошки садятся на больное, а она сидит в ТСВ. Шутка, минутка. Я не налюбуюсь. Блять, у меня новая проблема. Вино еще не закончилось, но мне захотелось закусить. А из закуски у меня только... Блять, сколько проблем, ебаный в рот. Проблема в том, что из закуски у меня в холодильнике только картошка, которую надо готовить. Не, у тебя столько сегодня проблем просто, я ебу. Не-не, подожди, с другой стороны, у меня электроплитка в метре от компа, я могу сейчас просто положить картошку на сковородку и дальше ехать, и просто в процессе поездки через какие-то интервалы переворачивать. Я так и сделаю. Картошка. Подожди, Джексон, ты мне когда светофор откроешь? Мне надо минуты две, чтобы сковородку помыть. Джексон? А теперь то же самое, только не лагая. Могу сейчас. Подожди, да подержи меня еще 2 минуты. Я сковородку помою и картошку поставлю жариться. Хотя у нас перегон пока свободный, так что не откроешь глаза. Хотя подожди, что у меня по ограничениям? Я придумал, я, короче, просто контроллер поставлю, чтобы мне ехать где-нибудь 80. Так, короче, все, контроллер на 6-й позиции. Я мою сковородку, но при этом я в метре от компа, так что если мне кто-то заорет, я услышу.
Так, что, сколько я там еду? Заебись, я буду ехать медленно и за это время пожарю тоже. Блять, так вот зачем в классе 20 плитка в локомотиве стоит. Да-да. И не для этого. Это на случай, если хороший машинист будет ехать и винишко выбивать и закончится закуски, блять. Самая интересная поездка, наверное, будет у меня. Подожди, ты говоришь это человеку, который во время поездки готовит себе пожрать. Еще и немножко в подбуханном состоянии, уже чуть палец не отрезал. Желтый мигающий впереди, что же это может означать? Так, а у меня тоже желтый мигающий впереди, так у меня один, получается, блок участок остался, а не два. Сейчас? Сейчас уже один, и ты проехал уже один. А. Так что садись на жопу. Слушай, ну ладно, я все равно, я все равно 60 ползу. Сейчас я, короче, я думаю, я до входного. Я думаю, я до входного успею картошку перевернуть. Ну, попробуй. Главное, не обосрись там никак. Так, ну давай я, короче, на третьей позиции поползу. Так. Джексон, вот сейчас, смотри, если я в одной проеду, потому что я картошку переворачивать отошел. Куда? Колян, в одной проходишь скоро. Подожди, скоро или сейчас? Я еще не успел перевернуть. Совсем чуть-чуть осталось. Буквально метров 300, может 200. Метров 300-200, тогда успею. Так, вот если сейчас его проеду, тогда уже ори. Почти угадал. Теперь можно. Блять, еще пару секунд. Мне только поперчить. Все, 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 бегу. Стрелка по отклонению. Все, торможу. Блин, на самом деле, реально вот прикольное вот это ощущение, что, блядь, я одновременно играю, и одновременно у меня что-то на плите готовится. Прикольное ощущение адреналина и бегания туда-сюда, да? Слушай, когда у тебя расстояние от плиты до компа 1 метр, ты, по сути, просто встаешь со стула и садишься обратно. Сел, срал. Заехал, нет? Так, ну я, короче, перед входным встал. Камеру направил, чтобы тебя увидеть, и я пойду картошку снимать с плиты. Еще у меня игра не висит на лодинге. Чем когда грузовые поезда постоянно подгружаются, когда вагоны появляются в поле прогрузки. Я заметил, ты у меня так, короче, ехал и назад откатился. Так, а теперь вопрос, куда мне ее на компьютерном столе поставить. Нифига себе у тебя сцепочка, зеленый с красным. Я ж говорю, у меня локомотив заберет. Слушай, а вагоны прямо охренеть, насколько похожи, охренеть, как похожи на трейнсовские дефолтные с близинки. Все, и тогда мы ждем, значит, два состава. Мы тогда, короче, следующим образом сделаем. Мы всем нашим вот этим длинным составом... Ой... Не, что-то у меня пингует прямо... У меня паровоз уже на бок лег, и я, короче... У нас паровоз упал. А, он реально у нас упал? Да. Ну давай сейчас это, давай по инерции сейчас за горловину докатимся. А ну уже все. А че ты не сказал, что он упал? Так я думал, это у меня пингует так жестко. Ладно.
Во в том-то и дело, что я вот говорил, что типа у меня такой лютый пинг, что у меня паровоз упал, и мы типа без него едем. А оказалось, что это не пинг. А где он упал-то? Каян, ты походу собственный паровоз уперся, потому что я смотрю стрим Валеры, и я вижу, что он, когда на паровоз у нас вступает, он упирается. Так нет, а в том-то и дело, что я потом что-то вообще просто у меня пропал паровоз из рук, и я застрял. Он уронил паровоз из рук, вы представляете? Майнкрафт. Он просто взял и уронил паровоз. Но я хотя бы не уронил его с рельсов, как ты. Так. Встань. Накосячил и... Довольно. А я-то чё накосячил? Я виноват, что ли, что паровоз уронился? О, рассветка красивая. Во, зато мы красиво на рассвете сейчас поедем. Да, я, всю ночь мы не могли два паровоза привезти. Я может просто всю серию начну вот с этого момента. Поэтому я сейчас выкачусь, ты мне стрелки переведи на свободный путь в ангаре и ворота открой. Ой. Я еще не трогал. Какого хрена? Да я понял, что это не ты. Я как бы... Блять, я просто в паровоз сел. Блять, а вылезти мне как теперь? Ёб твою мать. Что случилось? Я понял. Ты это вроде бы должен видеть. Это то, что это как у Валеры было. Вот такая же ху-ху. Блять, а... Попробуй в Москву сесть. Я боюсь, если я в Москву сяду, с ней то же самое произойдет. Не, погоди, сейчас это... Как там инвентарь открывать? Ой, что-то... Все, распидорило, короче, грузовик. Юх! По-любому сейчас снимает так, чтобы вторую надпись не было видно. Не, почему? У меня видно обе просто. Мы как раз с другом, типа, мы вместо хуй говорим. Юх! О, а там дом горит, чувак. Прикольно. Там чья-то хата горит. Ты тут другую горящую хату покажи, которая заскриптована. Так, я... Подожди, тут две горящих хаты есть. Ну вот это вот? Ну... Почему она у меня не горит? У меня огня здесь нет, прикольно. У меня горит. У меня нет, у меня огня на балконе нет. Как кто-то охуительно тут прокосячился в текстурках. Иткудор посрм. Я тебе так скажу, тут большинство домов с такой херней. Тут тупо один дом накопирован везде. Посрм, да.